Был сейчас в магазине, купил вот такую лампу. Прям так и написано. Светодиодный светильник для растений. Видите? Подвесил. У нее еще есть такая фишка, как, знаете, продолжение. То есть можно соединить ее с другой лампой. И так дальше пустить. А вход у нее питание будет один. 1400 рублей вот такая. Это у меня сильно вот это громоздкая. Я вот это, наверное, уберу. Оставлю, наверное, только лампочку. Вот такие. Сейчас смотрю, во многих магазинах они продаются. А? Павловня, гляньте, какая же. Стаканчики были, когда начали листики чернеть. Вот без стаканчиков прям хорошо.